Украинские силовики продолжали нарушать режим прекращения огня, применяя стрелковое оружие и минометы калибра 82 и 120 мм. За прошедшие сутки отмечено 9 обстрелов территории Донецкой Народной Республики. Наиболее интенсивно обстрелу подвергся поселок Октябрьский города Донецка. По нему украинские каратели из района населенного Пески 8 раз вели огонь из минометов. Используя договоренность о прекращении огня с 1 сентября, украинское командование продолжает проводить мероприятия перегруппировки войск и концентрации запрещенных Минскими договоренностями вооружения вдоль линии разграничения. При этом командование Вооруженных сил Украины не оставляет планы подготовки своих войск к наступательным действиям. Так, разведка Вооруженных сил Донецкой Народной Республики зафиксирована деятельность инженерных войск Вооруженных сил Украины по укреплению дня брода реки Кальмюс между Павловваль и Пищевик, 5,5 км от линии разграничения. Кроме того, выявлены новые позиции, запрещенные Минскими договоренностями артиллерии Вооруженных сил Украины после их передислокации. До 10 единиц Д-30 калибром 122 мм в населенном пункте Дзержинский, в 5 км до линии разграничения, между Дзержинской исправительной колонией номер 2 и асфальтным заводом. До 10 единиц Д-30 калибром 122 мм в населенном пункте Бердянское, 5,5 км до линии разграничения сторон. 5 единиц танков в населенном пункте Павлополь, 5,5 км до линии разграничения с использованием мер маскировки. Данные факты демонстрируют лишь формальное выполнение украинской стороной пунктов Минских договоренностей. В связи с чем мы очередной раз призываем командование Вооруженных сил Украины отказаться от агрессивных намерений и следовать примеру армии ДНР, неукоснительно придерживаться взятых на себя обязательств по итогам Минских переговоров.